Сорт острого перца худжалоки шоколад. Этот сорт относится к сверхострым сортам перца. Острота у этого перца достигает 1 миллиона. Посмотрите, какой красавец. У него пупырчатая плоть. Он весь такой помятый, очень красивый. Он такой вот красавец. Созревает он от зеленого и до шоколадного цвета. Созревает он сверху, начинает, становится коричневым вверху и опускается в самый низ. Вот такой вот красивый перец. Невероятно острый. Срок созревания вот такого перца 120 дней. Высевать его надо будет на рассаду где-то с 5 по 10 января. Хоть и 120 дней, но все равно надо высадить пораньше. Раньше высадите, соответственно, раньше соберете урожай. Высота растения может достигать от 80 сантиметров до 1 метра. В открытом грунте он где-то в пределах 60-70 сантиметров. Если в теплице, конечно, он будет выше метра. Очень красивый сорт, очень острый. С него получаются супер острые соусы. Такой одной перчинки вам вполне хватит сделать любой слабоострый соус, превратить его в супер острый. Вот посмотрите, какой красавец. Супер сорт, просто супер сорт. Очень острый. Острота у него нарастает мгновенно. Не так, к примеру, как у Тринидад Морги Скорпиона, у которого острота плавно нарастает. Здесь нарастает мгновенно, прямо такой, как супер-бомба. Взрыв остроты очень быстро начинается и также быстро заканчивается. Вот такой вот красивый перец. Его также можно выращивать как и в открытом грунте, вот у меня растет в открытом грунте, так можно выращивать его и в теплицах, выращивать на подоконнике. Для такого растения надо будет горшок где-то в пределах 6-7 литров. Ну, желательно, чем больше, конечно, тем лучше. До 8-10 литров. На балконе он не будет превышать высоты где-то около 60 сантиметров, 60-70 сантиметров. Все опять же зависит от того, если вы будете его перекармливать, соответственно, растение тронется в рост, и он будет у вас там чуть ли не выше метра. Вот такой вот красивый перчик. Выращивайте такой перчик у себя дома. Это супер-супер острый сорт. Он очень высокоурожайный. Можно получить с него очень большие урожаи. Красота. Перец просто супер. Так что выращивайте у себя дома. Всем удачи. Пока.